Иностранные языки нужно учить. С этой прописной истиной мы знакомы с самого раннего детства. Но никто из нас не знает, когда, где и при каких обстоятельствах нам может понадобиться знание того или иного языка. А эти обстоятельства могут быть иногда очень неожиданными. Мы начинаем наш рассказ в самом центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади. Часто ли мы задумываемся о том, что этот всемирно признанный шедевр архитектуры создан русскими мастерами под руководством иностранных архитекторов и скульпторов, итальянцев и французов? Здание Зимнего дворца, где сейчас находится музей «Эрмитаж», возведено по проекту итальянского архитектора Бартоломео Растрелли. Здание главного штаба с триумфальной аркой построено по проекту итальянца Карло Росси. А Александровская колонна в центре площади, знаменитый Александрийский столб, возведен по проекту француза Агюста де Монферрана. И каждый из них оставил неизгладимый след в истории русской культуры. И сегодня жизнь многих иностранцев, деятелей культуры, искусства, науки, спортсменов, связана с Россией, а значит, и с русским языком. Русский язык сам я разговариваю. До этого мы общались через переводчика. С партнером через переводчика мы поговорили. Но это не совсем правильно, потому что, когда я начался сам разговаривать, я уже понимаю не только язык, еще эмоции. Это дает больше сил и больше доверия себе. И знаете, как продолжать разговоры. Это очень важно. Мне нравится жить в России. У меня семья, жена русская, у меня дети. Уже я тут, как вы, я также живу со семьей. Это же достаточно для любить страну. Мы дома разговариваем по-русски только. В городе на Неве Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы «МАПРИАЛ» при поддержке фонда «Русский мир» уже во второй раз проводит Всемирный фестиваль русского языка. Цель фестиваля – объединить и поддержать всех, кто увлечен изучением русского языка, русской литературы и культуры, тех, кто преподает русский язык, и тех, кто изучает его для себя. В фестивале принимают участие взрослые и дети, как те, для кого русский язык является не родным, так и те, кто знает его с детства. Здесь можно встретить и специалистов в области преподавания русского языка и литературы, и людей, занимающихся делами, далекими от филологии, художников, бизнесменов, строителей. Первый раз мы попали на такой замечательный и настоящий праздник – не только русской словесности, но вообще русской культуры. Мы совершенно потрясены и даже, можно сказать, не были готовы к этому прекрасному общению с интереснейшими людьми, к такому уровню высочайшему нашего родного языка, к такому уровню организации, к таким интересным встречам. И за это мы очень благодарны и надеемся, что эти встречи будут повторяться. Конкурсная программа фестиваля позволяет всем продемонстрировать свои творческие возможности, знание русского языка и русской культуры, а главное – обрести новых друзей из разных уголков нашей планеты. Участники из 89 стран мира показали свое знание русского языка и умение пользоваться им, участвовали в конкурсах русской песни. Первые два отборочных тура проходили через интернет. В первом туре участники выполняли тестовые задания. Во втором туре им было предложено написать эссе на заданную тему. Участники конкурса русской песни присылали в оргкомитет записи своих выступлений. Все они из разных стран, но их объединяет святая к музыке любовь. Иду ночью в поле с колёном.
время проведения зарубежных праздников русской словесности участники фестиваля отвечали на вопросы викторины на знание русской истории и культуры. Были организованы круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, книжные выставки. К участию в фестивале активно привлекались известные ученые, политики, журналисты, общественные деятели, писатели. Победители конкурсной программы также получили приглашение в Санкт-Петербург на заключительную часть Всемирного фестиваля русского языка. В Соединенных Штатах Америки русский язык преподается уже более 100 лет. Известно, что первым преподавателем русского языка был Лео Винер, отец создателя кибернетики Норберта Винера. Число учащихся в одни годы увеличивалось, в другие уменьшалось. В последние годы растет число изучающих русский язык в школах и вузах. В США часто проводятся олимпиады и праздники русского языка. Вот почему праздник русской словесности в Вашингтоне вызвал у американских студентов и школьников неподдельный интерес. Первые шаги участники фестиваля сделали уже в 2013 году. Мы приехали сюда, чтобы провести праздник русской словесности. Это первое мероприятие второго Всемирного фестиваля русского языка. Мы начинаем фестиваль с Америки, а кроме Америки у нас будут и другие страны. Что здесь мы будем делать? Мы будем проводить конкурс на лучшее знание русского языка, конкурс песни, будем проводить викторины на знание русской культуры. Ну и надеемся, что вот этот вот первый опыт будет у нас очень успешным, а дальше мы уже поедем и в другие страны. Предварительный этап состоялся в колледже друзей города Балтимора и в университете Джеймса Мейсона в Вашингтоне. Он показал, что школьники и студенты живо интересуются культурой России, открывают для себя страницы российской истории. Они с большим энтузиазмом участвовали в конкурсах и викторинах. У каждого был свой путь к русскому языку, неповторимый и замечательный. Очень нравится русский язык, русская культура, русская политика. И я сейчас узнал, что я буду в Санкт-Петербурге в следующем году в фестивале русского языка. Я очень рад увидеть мои друзья, которые узнают русский язык из Африки, из Европы, из латинских, из Америки, из Азии, из всех мира. Мне кажется, что такие мероприятия, как олимпиады школьников, как фестиваль, как возможность учиться в России, это необходимые компоненты хорошо организованной программы поддержки языка и культуры в стране. Россия, как таковая, не теряет свой интерес для американцев. Во многом Америка и Россия даже похожи друг на друга. И есть очень много вопросов, которые, в принципе, можно решать только совместными усилиями России и Америки. Поэтому язык, культура, страна представляет интерес для самых разных американцев, я бы сказал, для академических людей, для бизнеса, для правительства, для тех, кто стремятся, например, заниматься здравоохранением, то есть для кто занимается, кто болеет за сохранение окружающей среды. Очень много разных профессий сейчас
требует знания языка. И как раз русский язык в ряду тех очень, я бы сказал, важных, востребуемых языков. Сначала у меня был учитель, и потом я попробовал говорить на улице, в ресторане. Это лучше, как ты живешь, когда ты живешь в России. Вы должны говорить по-русски. Я смею делать ошибки. Я думаю, что русские люди любят, когда я говорю по-русски. Во время подготовки Всемирного фестиваля праздники русской словесности с огромным успехом прошли в США, Армении, Италии, Аргентине и Южной Корее. Европейский праздник русской словесности прошел в столице Италии – Риме. Случайно говорят, что все дороги ведут в Рим. На праздник русской словесности приехали представители разных областей Италии, с севера и юга, с Сицилии и Сардинии. Больше всего участников фестиваля приехало из маленького города Мачерата. Участникам праздника русской словесности навсегда запомнятся дни, проведенные в Риме. Для Италии, для России, для Русского центра науки и культуры, для Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы этот праздник имеет колоссальное значение. Почему? Потому что в последнее время русский язык завоевывает все больше и больше позиций в этой стране. Буквально за последние 2-3 года мы имеем потрясающий всплеск интереса к нашему языку. Причем это интерес не только, как он был раньше, в сфере бизнеса, туризма, торговли и так далее. Но в том числе, как признаются сами итальянцы, и они изучают русский язык, потому что они просто хотят его знать. Им просто это интересно. Поэтому такие мероприятия, которые проводят сегодня в РЦНК «Мапрял», они очень важны. Для преподавателей во время научно-методического семинара были прочитаны лекции и доклады. Особенно всем запомнились лекции профессора из России Киры Анатольевны Роговой и профессора из Италии Клаудии Ласорси. С моей стороны, хорошо бы скоординировать систему, понимаете, систему подачи, потому что столь высокая компетентность, как ваша, мы в течение 2 дней приобрели столько информации, которую мы долго должны уже немножко освоить, усвоить и так далее. И хорошо бы, если еще шире. Еще один праздник русской словесности состоялся в столице Республики Корея, Сеуле. Thank you.
последнее время контакты Кореи и России расширяются. Вот почему многие корейские студенты изучают русский язык и русскую культуру, читают русскую литературу, мечтают побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Большей частью это книги и учебный комплекс. Называется он «Дом культуры». Тысячи студентов сейчас учатся русский язык. Среди них наш университет Ханьян создал институт исследования по России. В 1974 году наш научный центр, исторически первый институт уровня университета. Но поэтому после этого мы очень много исследовали. Наши выпускники сейчас работают в сфере России, но связанные с российскими делами. На праздник русской словесности приехали студенты из разных городов Кореи. Преподаватели, писатели, переводчики. В эти памятные дни в Сеуле был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Дорогие друзья, сегодня действительно необычное, очень яркое событие. Открытие памятника великому русскому, гениальному русскому поэту Пушкину прямо здесь, в центре столицы Республики Корея. Я не знаю, что наши корейские друзья могли бы сделать для того, чтобы растопить сердце русского человека. Открытие памятника Пушкину – это еще одно признание великого, огромного вклада русской культуры в копилку мировой культуры. Надеюсь, что памятник будет побуждать жителей столицы Республики Корея, да и всех гостей столицы Кореи, побуждать к изучению русского языка, русской культуры, русской литературы. В Корее живут и трудятся многие выпускники российских вузов, которые помнят Россию, любят ее и передают эту любовь своим детям. Они хотят, чтобы русский язык преподавался в университетах, чтобы студенты из стран Азии могли ездить в Россию на стажировки. Я учился русский язык примерно 2 года. И я учился один год в Екатеринбурге. Была студент по обмену. И после этого я так лучше стал говорить русский язык. Да. Но еще я постараюсь больше хорошо говорить русский язык. И в будущем я хочу работать какой-то на фирме, но связан с Россией, но между Кореей и Россией. Да, я хочу работать в России тоже. Я хочу поблагодарить организаторов этого фестиваля, который, я знаю, прошел очень успешно и показал очень высокий уровень владения и русским языком, и знания русской культуры среди корейских студентов. И хочу, конечно, обратить слова благодарности к делегации, которая прибыла, специальной делегации «Мапрял», которая прибыла специально сюда, в Сеул, где действительно, наверное, одно из завершающих событий Всемирного фестиваля русского языка. Хочу вас поздравить от души с этим очень важным событием, пожелать вам новых успехов в вашей очень хорошей и полезной для наших стран работе. Я работаю здесь, в Петербурге, уже давно, это мой 6-й год, мне кажется. И почти всех мои студенты, они русские, поэтому русский язык мне очень помогает, чтобы понимать, какие сложности на занятии, какие специфические, можно так сказать, проблемы будут у студентов в плане воспринимания испанского языка, считая на то, что есть или нет на русском языке. Поэтому
И, конечно, общаться и, ну, жить просто. Можно, конечно, учиться в Испании, и у меня были очень хорошие преподаватели, но правда, что без живого общения это очень трудно воспринимать русский, потому что, ну, наверное, зависит тоже от какой твой родной язык, но, по крайней мере, для испанцев это довольно трудно. В Латинской Америке праздник русской словесности прошел в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Под флагами Всемирного фестиваля собрались любители русского языка и литературы из Аргентины и Уругвая. Американские русисты много делают для поддержания интереса к русскому языку и русской культуре. У нас в воинской части хор «Алес Аргентина» уже 7 лет поет на чисто русском языке. И представьте себе, и всю российскую музыку аккомпанирует военный хор, их 40 человек. Уже 7 лет, но вы не знаете, как только я надаю новую песню, вы не знаете, с какой любовью они 20 раз меня просят, как это слово, как это перевести, как-то. Так вот, этим методом мы тоже должны учить русский язык. Мне чрезвычайно приятно присутствовать на открытии этого праздника. Приятно было приветствовать его организаторов и участников, потому что событие, без всякого преувеличения, чрезвычайно значимое. Значимое как с точки зрения масштаба его проведения в целом, поскольку, насколько мне известно, эти фестивали, эти праздники охватывают десятки стран в преддверии финального тура в Санкт-Петербурге, так и применительно к Аргентине, где наша диаспора насчитывает десятки тысяч человек, но, к сожалению, многие из них русский язык либо утратили полностью, либо владеют им уже в не той степени, в которой владели их предки, приехавшие, эмигрировавшие в Аргентину десятки лет назад. Укрепление деловых и культурных связей между профессиональными объединениями русистов стран Латинской Америки и МАПРЯЛ – важнейшая задача, которая стоит сегодня на повестке дня. Аргентинские студенты и школьники продемонстрировали живой интерес в ходе викторины на знание русской культуры и в конкурсе русской песни. Мой преподаватель всегда сказал, надо говорить, надо пробовать говорить. Это трудно, и это иногда чувствуется очень плохо, но надо говорить. Но потом тоже я пробую читать журналы, посмотрю фильмы. Я начинал посмотреть мультфильм, это был самый первый фильм для меня, 38 попугаев.
а потом новости и так далее. Большой успех имел праздник русской словесности в столице Армении – Ереване. Армения – один из древнейших центров мировой культуры. Армянам всегда была свойственна любовь к знаниям, чтению книг, изучению наук. В V веке, когда появился армянский алфавит, были созданы и первые школы. В армянских школах и вузах предметом особого интереса всегда было изучение иностранных языков, в том числе и русского. Учебники русского языка для армян создавались уже в 18 веке, но не в самой Армении, а в России. Самый известный из них – учебник Клеопатры Сарафовой, книга, содержащая в себе ключ познания букваря, словаря и некоторых правил из нравоучения, сочиненная и переведенная с российского на армянский, а с армянского на российский язык, в пользу малолетнего юношества и всех желающих всему обучаться. Этот учебник был издан в 1788 году. По нему обучали учеников школы, созданной при армянской церкви в Санкт-Петербурге. В самой Армении русский язык тоже всегда был популярен. И сейчас его изучают в разных уголках страны. Праздники русской словесности в Ереване – принимали участие представители разных городов Армении, не только Еревана, но и Ванадзора, Гавара и Дживана. Сегодня в Ереване, в стенах Ереванского государственного университета, проводится в рамках фестиваля русской словесности всемирного, проводится день русской словесности, праздник русской словесности. Всех я поздравляю, всех присутствующих и отсутствующих, и филологов, и не филологов, всех, кто любит, знает, ценит и интересуется русским языком, русской культурой, русской литературой. Особенно всем запомнилась викторина. Армянские студенты оказались знатоками истории и культуры России. Они так хорошо ответили на вопросы викторины, что для них потребовался второй тур. Наступает заключительный этап фестиваля. Он собрал победителей языковых конкурсов, викторин, конкурсов русской песни. А Санкт-Петербург торжественно и гостеприимно распахивает двери перед всеми, кто изучал и изучает русский язык, кто знает и любит русскую культуру. Одним словом, перед всеми, кто приехал на заключительный тур Всемирного фестиваля.